Страна улыбок. Однажды Эф разучился улыбаться. Эф, попробуй, пожалуйста, еще разочек, вот так. Так-так, Эф, пока хватит. Придется заново учить тебя улыбаться. Срочно летим в страну улыбок. Таиланд! Здесь улыбаются все! Привет, привет! Нам бы... Катя, подожди! Сначала нужно переступить порог, а потом поздороваться. Здесь приветствие – это важный ритуал. Отличное место для улыбок! Эф, начнем учебу! Круглое... Конечно! Ведь вы попали в Таиланд, страну улыбок! Ее жители умеют улыбаться 13 разными способами и очень любят гостей. В Таиланде находится Золотой Королевский дворец и самая высокая статуя Будды. Здесь ездят на маленьких мототакси, тук-туках и плавают на длиннохвостых лодках. Тут с пальм падают кокосы, в джунглях растут папайя и манго, обитают гигантские бабочки, белые слоны, тапиры и даже птица-носорог. Все это Таиланд! Целая оранжерея! Ты одна все это вырастила? Катя, не совсем. Эти прекрасные орхидеи девочка выращивает вместе с родителями. Эф, улыбочку. Тайские дети очень самостоятельны. И уже в 6 лет взрослые разрешают им помогать в работе. Эф, ты теперь переулыбался. Ой, у тебя в голове урчит. Круглое. Тайская кошка-терапия. Тайская или сиамская. У этой страны два названия. Сиам и Таиланд. У кошек тоже. Эф, смотри, какие все нарядные! Наверное, идут веселиться и улыбаться всеми способами. Пойдем за ними! Сегодня большой праздник. Жители Таиланда отправляются в храм изумрудного Будды. Эф, смотри, даже статуи улыбаются. Катя, Эф, это не статуи, а буддийские монахи. Они проводят долгие часы в тишине и спокойствии, стараясь ни о чем не думать и достичь гармонии. Эф, тишина нам не подойдет. Нам нужен праздник! Круглое! Карнавальный костюм на праздник начала зимы. Эф, улыбайся быстрее, пока снег не пошел. Снега в Таиланде не бывает. С началом зимы здесь отмечают обновление природы. Люди пускают на воду символ новой жизни – кратхонг, плотик из цветов и листьев, внутрь которого ставится свечка. Кратхонг. Самый известный тайский суп – том-ям. Его готовят очень быстро и на очень большом огне. Обжариваем имбирь, перец чили и другие специи. Заливаем бульоном. Теперь креветки, рыбный соус, лайм, цветы банана и щепотку сахара. Подаем с рисом и сразу же едим. Осторожно, очень остро. Эф, теперь ты отличник по улыбкам.